Олимпийских играх может оставить за бортом практически всех в женском одиночном катании. Синицын и Худ объясняют Аннет Дитер, как сделать так, чтобы откатать свою программу спокойно и без лишних нервов и ошибок. Потому что короткая программа действительно была катастрофической. Композитор Алан Сильвестри написал музыку к кинофильму «Форест Гамп». Именно эта музыка является саундтреком для произвольной программы немецкой фигуристки.
Прекрасная музыка для женской произвольной программы. Знаменитого композитора Сильвестри. Ну, Аннет Дитарт снова оказывается в своем репертуаре. И занимает, видимо, все-таки последнее место на турнире серии Гран-при. Восьмое, десятое место, я вот смотрю, из прошлых выступлений на Гран-при. Выше подняться не получается. Когда-то она была пятой на Cup of Russia. Это было в 2004 году. Давненько. Даже те прыжки, которые поначалу, казалось бы, выглядят уже сделанными, все равно заканчиваются катастрофой. Но что делать? Аннет Дитарт на протяжении многих лет является лучшей фигуристкой Германии. Приходится защищать свою страну на международных стартах. Даже для своего катания Аннет Дитарт набрала меньше 20 баллов.